Мемориалы в районах республики обустроят и отреставрируют за счет федерального бюджета. На эти средства обновят 7 воинских захоронений в Урнарском районе и 2 в Мариинско-Посадском. Соответствующий проект закона сегодня утвердил Кабинет министров. Реализация федеральной целевой программы до 2024 года. Мы планируем завершить работы прежде всего вот на этих названных мной объектах, одиночных захоронениях участников Великой Отечественной войны и братских могилах, 9 объектов. Остальные объекты – это объекты, вернее, захоронения лиц, погибших во время выполнения воинского долга в локальных войнах. Там в основном родственники, потомки, в общем, смотрят за объектами. Получается, остаются у нас только лица, как бы, вернее, захоронения лиц только по локальным войнам. То есть в Великой Отечественной войне мы вот этим постановлением закрываем полностью. Да, закрываем, да.